Эти гаражи по улице Ключевская стоят здесь испокон веков. Многие из них расположены на территории женского датсана. И когда храм решил предъявить условным собственникам права на землю, никто не проникся духовностью и убирать гаражи не собираются. Зарегма Далаевна, настоятельница датсана, уже несколько лет не может освободить территорию храма от самовольных гаражей. Вот только хозяева железных коробок не замечают или не хотят замечать проблему. Дело в том, что собственники как-то не осознают, наверное, что их гаражи находятся частично на территории частной собственности, в общем-то. Меж тем, другая часть гаражей стоит на муниципальной земле. В любом случае, самовольщикам нужно либо освободить территорию, либо узакониться. Однако люди настроены отстоять землю. Почему мы должны убирать гаражи, если это у нас уже 47 лет мы здесь стоим? Столько людей, столько мы здесь живем, 47 лет живем. Я говорю, и вот 2 года назад это было, потом у нас там это все прекратилось, и по новой опять начинается. Однако не у всех собственников позиция столь категоричная. Как только началась заварушка с земельным вопросом, некоторые без споров переставили гаражи. Все это мы это знаем, и убирать все равно, наверное, пришлось бы. Ну, в данный момент наш гараж, он на нашей территории находится. Администрация Октябрьского района повлиять на ситуацию не в силах. Единственное, что могут чиновники, расклеить бумажки. Мы можем помочь выявить данных собственников. То есть мы расклеим наши требования в целях выявления данных собственников гаражей. Информация, ну кто отреагирует из собственников, конечно, мы эту информацию всю передадим. Гаражи стояли там десятилетиями, никто на них не обращал внимания. Как только датсан обратился к чиновникам, оказалось, не имеет значения, что движимое имущество расположено на земле города. Главное, что частную территорию район трогать не может. Большей частью они находятся на частной территории. Ну да, я понимаю. Ну и какой-то часть муниципальной. С этим что-то будет или нет? Я же вам объяснил. Как итог, бюрократические проволочки дают чиновникам шанс потратиться лишь на объявление. Что же до самой проблемы, то стороны, скорее всего, пойдут к богам, как минимум к Фемиде. Илья Балханов, Николай Дулбаев, Владимир Попов, телекомпания АТВ.